Елена, здравствуйте. Расскажите, где мы сейчас находимся? Здравствуйте. Мы находимся в нашей лаборатории, где на специальной питательной среде мы выращиваем наши саженцы. Среда состоит из макро- и микроэлементов и стимуляторов роста. Это первый этап размножения. Здесь растения находятся в стерильных условиях. Скажите, пожалуйста, какие сорта садовой голубики лучше выбирать, чтобы они были вкусные и урожайные? Сортов на самом деле очень много, каждый найдет себе сорт по вкусу. Есть ягоды чисто сладкие, есть кислинка, есть сахарно-медовые с ароматом черники. Очень много разных, это дело вкуса. Ну, самые популярные такие классические сорта – это Blue Crop, Patriot, Elizabeth, Bonus. Самыми крупноплодными считаются Elizabeth, Bonus, Chandler. Такой классический сорт Blue Crop, такой именно классический сорт голубики, у него такой интересный вкус, без какого-то специфического послевкусия. Например, сорт Река имеет аромат черники и черничное послевкусие. Ну, здесь каждый должен выбирать, что ему нравится больше. А вот если хочется ягод весь сезон, то какие выбрать лучше сорта: ранние, средние, поздние? Если вы хотите, чтобы у вас были ягоды в течение всего сезона, лучше выбирать несколько ранних, несколько средних, несколько поздних. Например, Патриот, Реку, Нортланд из ранних. Из средних можно Blue Crop, Dennis Blue, Тора. Из поздних можно Elizabeth, Bonus, тот же Chandler. Имея эти сорта, вы будете с ягодами весь сезон. Для хорошего урожая чем нужно подкармливать голубику, чтобы не было никаких проблем ни со вкусом, ни с темпом роста? Для хорошего урожая важны не только подкормки, но и весь комплекс агротехнических мероприятий. Но если мы говорим непосредственно про подкормки, то первая весенняя подкормка обязательно азотная, может быть сульфат аммония, может быть любой другой препарат, который содержит азот. Далее идет подкормка комплексным удобрением, которое содержит азот, фосфор, калий. Летние подкормки на усмотрение того, кто выращивает голубику. Можно в момент завязывания плодов, то есть обрабатывать еще какими-то удобрениями в хелатной форме, содержащими бор, кальций. Это очень хорошо влияет на плодоношение. Ну и, конечно, осенние подкормки, которые содержат калий и фосфор, минимальное количество азота. И важно отметить, что в удобрениях для голубики не должно быть хлора. Он для голубики губителен. А чем лучше мульчировать? Мульчировать можно опилками, но обязательно хвойных пород. Некоторые мульчируют еловым опадом, хвойным опадом. В принципе, это тоже хороший вариант. Но говорят, что хвойный опад может принести с собой болезни для голубики. Вот что делать с этим? На мой взгляд, нет. В хвойном опаде содержится микориза, которая, наоборот, защищает голубику от болезней. А каким болезням тогда голубика подвержена и как с ними бороться? Болезни у голубики, да, могут быть разные, к сожалению. Бороться лучше превентивными мерами, то есть лучше проводить профилактические обработки от болезней весной и осенью. Это самый эффективный способ. Если уже так случилось, что голубичка заболела, то, конечно, нужно сразу же, как можно скорее, проводить лечебные обработки специальными препаратами, антифунгицидными. Какие насекомые могут навредить голубике и как избежать их нападения? Голубике может навредить личинка хрущя, личинка майского жука. Это на самом деле очень большая проблема. Она подгрызает корни, и куст практически полностью может высыхать. В этом случае тоже используются специальные препараты для борьбы. И также тоже достаточно распространенные вредители – это тля. С тлей также боремся обработками, специальными препаратами. Это опрыскивание, есть препараты системного действия, есть просто, которые действуют только наружно. Ну, на наш взгляд, лучше системного действия. Еще на голубике могут быть гусеницы, также применяются обработки. Когда лучше высаживать голубику, весной или все-таки осенью? Можно высаживать голубику и весной, и осенью, но по нашему опыту высаживать все-таки лучше осенью, потому что за зиму голубика уже адаптируется к
новому месту посадки, и весной, в период активного роста, она сразу начинает расти, то есть ей не нужно еще время на адаптацию. Если вы посадите ее весной, то пройдет 3-4 недели, пока она адаптируется, и только потом начнет активно расти, то есть теряется вот это вот время. А какое место лучше выбрать? Ей же, конечно, нужен и полив, и солнышко. Где лучше сажать? Лучше хорошо освещенное, пологое место, где не слишком высоко залегают грунтовые воды, потому что голубика не любит подтоплений, ей нужен умеренный полив, чтобы не было ни чрезмерного переувлажнения, ни засухи. А в тени, полутени голубика, как правило, развивается хуже, чем на открытом солнце. Поэтому лучше хорошо освещенный участок. Говорят, что еще нужна определенная почва для голубики. Какая это почва? Это верховой рыжий кислый торф с кислотностью 2,8-3,5, допускается до 4,5. Это нужно, потому что на корнях голубики живет специфический симбиотический гриб микориза, который обеспечивает, собственно говоря, жизнедеятельность голубики. И для того, чтобы он существовал, нужна определенная кислотность. Идеально подходит верховой рыжий кислый торф. Садить в обычную землю мы, во-первых, не рекомендуем так делать, но если все-таки уже так сделали, лучше всего подкислять серой. Можно гранулированной, можно порошковой. У нее различная длительность действия, но ни один, ни другой вариант не хуже. Говорят, что посадочная яма для голубики должна быть глубокой, точнее, не глубокой, но широкой. Почему? Все верно, потому что у голубики поверхностная корневая система. Она не растет глубоко вовнутрь земли, она больше как бы стелится на поверхности. То есть, если досыпать еще сверху торфа, то корни голубики могут пойти вверх.